И продолжаем. 15-я миссия. Так. Ладно. Прокачать. Ничего не вижу, что можно прокачать такое. Ой, снова вы, как же вы меня замучили. Особенно ты, громадная ящерица. Большая черепаха, мать твою. Покатай меня, большая черепаха, ёпер мама. Давай уже нафиг сдохните. Кстати говоря, снова нам говорят о сером дилисе, да? А по-моему тут что-то нечистое. Хотя таким макаром можно сейчас немного настановить КП и заодно подзаработать. Ну и тем более демонический облик восстанавливается достаточно быстро. Так, слушайте, мне надоело, я пошел отсюда. При помощи которого я теперь буду хоть что-то видеть, да? Ну, я так понимаю, можно было пройти без него. При этом нихуя не видеть, да? И снова стена, которую можно разбить. И за ней бочки. Немного красных сфер, денег, ну, осколок синей сферы. Ну и, в общем, больше ничего. Идем дальше. Оба, здрасте. Отлично. То есть у меня, скажем, несколько вариантов. Либо делись, либо беги, да? Я выбираю оба варианта.
Господи, что это за... Ну, я так и думал. Так. И как мне, скажите, пожалуйста? Снова почти. Ну, ешки-матрешки. Да ё-моё, только вот попал на неё и всё. Ну ладно, нормально. Ой, так. Принимаем удобное положение. Через как удобно. И нифига не попадаем снова. Да что за... нафиг. Почти, кстати, да. Очуеть. Так. Ау. Ау. То есть это не сюда, что ли? Чё? То, что мне не сюда. Да. Начало, кстати, интересно. И войти, да? А, ну я так понимаю, если бы я тут начал бы мне тут же куда-либо ту сферу, да? Ну, точнее, не сферу, а камень Светешкин, да? А, ну и аналогично тому месту мне предлагает проломить стену, да? Я не удивлюсь еще, если аналогично тому месту мне надо будет этот допрыгать.
Да тут, хотя походу так оно и есть. Даже бежать в ту же сторону. А, тут немного по-другому все-таки. Так, что тут у нас? Ага. То есть, скажем, мы можем перемещаться между тем и этим местом, да? Оба-на, здрасте! Ну, я, в принципе, угадал, что мне надо сделать. Только тут попроще. Nightmare Beta, чего? Кошмар Бета? Кстати, на чужого немного похож. Ага, ну он, кстати, использует демонические заряды. Ну, тоже неплохо. Ну что же, уходим отсюда тогда. Если, конечно же, не надо что-либо сделать было еще дополнительное. Здрасте. То есть я мог тупо пропустить эту пушку, да? Но я этого не сделал. Так. Угу. И сейчас я буду сражаться с этой здоровущей, неописуемой штукой, да? Я тупо выстрелами загашу. Так, интересно. Я так понимаю, это только первая стадия была, да? Ой, и крылышко подрубил, отлично. Она теперь не сможет взлететь. Вот он, а-ля God of War, да? Отлично, то есть я профукал момент, когда можно было нанести максимальный урон, да?
Ну ладно. Сейчас настреляем тогда. Оп. Все. Того сдохло. Ты подвел меня, я тебя накажу сейчас. Оп такой. А вот он и Триш явилась. Мундис. His heinous ways make me sick, killing even his own, like they were nothing. He's the one that took the life of my mother, my brother, Shirley. My mother used to always tell me that my father was a man who fought for me. He had courage and a righteous heart. In the name of my father. I will kill Mundus. И Триш смылась. Упс, молясь промахнулся. Здрасте. Здрасте. Оба-на, ушел, все нормально, на сцене. Здрасте, Вилс. Миссия выполнена. Ладно. Сохраняемся и... Я так понимаю, продолжим с частью.